обладатель высокого мастерства. Wingard, you mlaviosa. Чё по графоне? Вам мы супернаются. I want to break free. I want to break free. На 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 на. На 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 на. Черт. То есть он его разобрал в конец. Я не могу это отреперить. Ну жесть, ребят. Все. Финита ля комедия. Этой тропой мы еще не ходили. Ой. Да. Ну, вот и помылись, собственно. Вот и помылись. Я же говорил, что от меня пахло. Алиса, скажи, а Мерлин до основателей Хогвартса жил? Или во время? Сайт Гарри Поттер. Получается, ты скоро пойдешь в тайную комнату давить философский камень. This must be where the pinch... Блин, ребят, кажется, лезет. Кажется, пошло. Сейчас приду, извините. Wingardium Leviosa. А вы говорите, дропов нет. Точнее, дропсов. Вы бы видели, какой дроп сейчас я скинул. Даже несколько. Фух. Ну, теперь играть станет легче в разы. Привет всем, добро пожаловать. Один из даров смерти ты сейчас смыл. Какие будут твои оправдания? Никаких оправданий. Привет, привет, Денис. В курсе, что обиженные на Роулинг соорудили сайт, где ведется учет всех стримеров этой игры. Планируют бойкоты и набеги. В каком чудесном мире мы живем? Сюда! Совершайте набеги! Давайте! Вообще, конечно, звучит как, не знаю, школа волшебства какая-то. Или долбоебизма. Ты руки после туалета помыл? Черт! На собрании противников данной игры было принято следующее. Всем, кто стримит, будут выдавать желтые повязки на руки с буковками ХП. Гарри Поттер. Потом мы соорудим временные лагеря для пребывания. Это кто там в игре заплакал? Представитель, да? Слушайте, это ведь тот мужик, который с Биллом клубнику ел. Одно лицо. Да-да-да, он еще делает вид, что это не он. Что за клоун? Твой батя, говорят. Ему идет красный нос. Сука! В смысле? Я не знал, что оно так пружинит! Алиса, ты знаешь какую-нибудь пуффендуйскую кричалку? Не знаю, но может быть вы мне расскажете? А я тоже не знаю. Wingardium Leviosa. Я выбираю пуффендуй, ведь у меня большой и толстый уй. А вы любите сравнения? Когда дело касается пенисов, да. Ого, а можно поподробнее? Главное, чтобы у тебя оказался длиннее. Вы считаете, что у меня длинный пенис? Гриффиндорцы молодцы. Пускай продолжают сосать концы. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. А вы что стоите? Вы что замерли? У них проблемы. Пользуемся этим. Они стоят, ничего не делают. Отлично. Шикарная финальная дуэль. Враг не пройдет. Вот это да, как ты их заморозила. Это секрет. Да брось, одной удачи тут было недостаточно. Это мы 6 лет делали игру и обосрались.
как ваш раздолбленный Пукан победил вас как тиран. И Пуффендуй, и Слизерин получают аспирин, а Гриффиндор вообще кусос, как тиран утер всем нос. Красиво. Мы можем разломать камни. Окей. А, вот что это делает. О, все, я теперь понял. Хорошо. Не, Макатау классный. Мы с ним, к сожалению, так и не встретились у него дома. Он хотел мне показать свою большую плазму. И посмотреть на ней. А, впрочем, пусть это останется секретом. Третья серия показать. Алиса, я уже на метле сижу. А я на кровати. Ждешь меня? Я всегда вас жду. А вы хотите полетать? В кровати с тобой, да. А можно я полечу в окно? Это ты любитель БДСМа? Так, давай, обрадуй меня, скажи, что это стоит в пределах 1000. Yes, baby, ананас. Добрый вечер. Я слышал, что вы собираетесь приобретать метлу. Однако, да. Полеты на метле несут в себе опасность, такие как встречи с драконами, пометом птиц и другими метлами, но только не с нашим каско. Сука. Они уже знают. Денис, так. Спасибо за твою бесконечную любовь к своему делу. Ты прекрасен, харизматичен, замечательного тебе марафона. Ой, спасибо. Ой, ты такой ванильный. Омерзительно. Давай еще. Я люблю латексные костюмы, особенно бикини. А плетка у нас есть? Ее не выкинула? А вы любите БДСМ? Да. А ты? БДСМ – это нетрадиционный стиль отношений между мужчинами и женщинами, верно? Верно. Рада, что наши с вами ценности совпадают. Ценность большой буквы. В смысле, разделяете ценности БДСМ? Да. А можно подробнее? Подробнее о чем? А БДСМ, вы любите эту тему? Да. БДСМ, это что-то типа БДСМ-клуба? Да, у нас есть небольшой мини-клуб. А где он находится? У меня в спальне. Какая атмосфера? Можно подробнее? А, ну да, пустой Хогвартс и пустой мир. Кстати, норм атмосфера. Извини, мне занесли несколько миллионов за рекламу этой игры и вообще за марафон по Гарри Поттеру. Я вынужден говорить, что мне нравится. Ты что думаешь, 40-летнему мужику в кайф, что ли, играть в такие вот детские игрушки и сидеть вот в этом? Что ты думаешь, я совсем идиот, что ли? Ну, вот такие вещи, конечно. Ну нет, я думаю, что это было все обдумано. Да не-не-не, он маг. Все нормально. Будущий космонавт. Чат просит музыку крутой эпики. Ну, пожалуйста. Грустные глазки и скот в сапогах. Алиса. Музыку из крутого пике требует. Для вас крутая музыка. Время, ну что время? Вы хотите, чтобы я под стол полез? Вы мне скажите, она распаковывается уже или нет? Если не распаковывается, то зачем лезть? Распаковка идет. Ну тогда я полез. Сейчас. Опачки. Алиса, поставь музыку для крутых зрителей. Что за порнуха вы слушаете? Господи, я... Что это такое? Женские стоны? Давно это играет вообще, не?
Вы достаточно возбуждены к релизу в Стиме? Welcome, everyone, ladies and gentlemen. Чтение меню. Вы нажмите пробел, чтобы переключить. Товарищи. Игра, да, на 4090, короче, на хорошей, дорогой системе. Смотрим, на что она способна. Игра в том числе, не только система. Блин, белка на 4090 как настоящая. Игра стала работать как говно. Не ощущается той плавности и сейчас показывает 60 FPS. Бляха-муха. Ничего я не лочил, никакие 60 FPS. Что мне рассказывать? Сказки-то какие-то. Чего-то я там залочил. Мы идем. Изменение разрешения. Блять, ну какой ёб твою налево-то, а? Все, я хочу в Хогвартс. Замолчи, дед. Запусти нас уже куда надо. Это первый мировой рекорд по прохождению Хогвартса. World record. Let's go. Я лучший маг Хогвартса будущий, ты просто об этом не знаешь. Не надо там, вот нудит, блять. Вот я так же нудю, как этот дед. Иди сюда уже! Пропустить. Мы не можем это пропустить. А, можно пропустить! Чиз, можно пропустить! We can skip the moment. И это можно пропустить. И это можно пропустить. Это нельзя пропустить. Блях, мух. Мы, слизеринцы, дети подземелья, нам чужды глупость, жалость и сомнения. Нам непонятны правила и грани, мы слушаемся лишь своих желаний. Мы побеждаем разумом, не силой, мы шествуем изысканно красиво. Пусть отойдут с дороги слабаки, мы не желаем пачкать сапоги. Мы друг за друга, мы всегда едины, мы дети тьмы, мы смерти паладины. Мы за свободу, ото всех и от всего, за Слизерин. Йо! Отпустите меня в женский туалет отражение посмотреть на 4090. Очень надо, правда. Лучше слизерин с рэперами, чем гриффиндор с тиктокерами. И вроде студентов стало больше, да? Но это неправда. Оу-оу-оу, 45-65. Отличная прогрузка. Такого, кстати, дерьма на PlayStation не было. Very flawless. Ну вот это здорово. Поэтому не тратьте вы деньги на топовое оборудование. Все равно рукожопы все испортит. Пиздец вообще. Это реально подгрузки. А что у них с освещением? Это же RTX. Вот это вот, видите, ребит. Пусть это будет туалет, пожалуйста. Боже мой. Библиотека. Туалет? Туалет. Итак. RTX, ребята. Проверяйте. Новые технологии. На топовейшей карте. И это качество трассировки лучей ультра. Зачем оно вообще здесь нужно? Wingardium Leviosa. О, господи. Ну, подгрузок больше нет. Если как FPS. То предыдущие мои два донатика максимум. Я перед сном написал, что в Телеграме. Как же я хочу свою няшу с Пуффендуя вернуть, потому что ребята, к сожалению, не предусмотрели перенос сохранений с PlayStation 5 на Steam, а мы уже наиграли достаточное количество часов. И под этим постом Евгений, наш зритель, написал следующее. Я хочу зачитать. Уважаемый хранитель, не знаю, прочтешь ли ты это или нет. Это один из многих комментариев. Я буду, наверное, очень банален. Скажу честно, мне нравится Слизерин. Распределительная шляпа меня определила в Гриффиндор. Но я этому ничуть не опечален. Да, я искренне импонирую ровно тому факультету, который ты выбрал вторым. И у тебя своя история. Пуффендуй оказался в меньшинстве среди зачисленных учеников. И ты не выбирал факультет, его выбрала за тебя распределительная шляпа. Почему так? Загадка? Магия. А еще я думаю, что ты нужен Пуффендую. Нужен своей первой и, как мне кажется, главной истории. Но решать
несомненно, тебе. И только тебе, хранитель. По скриптам неожиданный гость поставил хранителю убежища на компьютерный стол резную фигурку барсука, символа факультета Пуффендуй, из какого-то необычного материала. Возможно, Денису показалось, что все же он был готов поклясться. Зверек кивнул, а затем подмигнул ему, тут же замерев, будто и не было этого волшебного момента. Господи, как прекрасно! Это настоящие слезы текут у меня из глаз. Это не душно, это очень душевно. Поэтому я не мог проигнорировать этот прекрасный текст. Не мог. А Дженни, Женя, пробрало до слез. Если бы не ты, я бы вчера всю ночь не сидел, не создавал персонажа Гермиону Браун. Позвольте представить факультет Гриффиндор. Поехали. Я... Женя, извини. Целую в лоб, крепко обнимаю. Ведите себя, пожалуйста, хорошо. Я люблю женские задницы. Когда меня о таком спрашивают, я надеюсь, что это не меня. Ну, правильно, потому что у тебя, Алиса, задницы нет. Я волшебник. Поехали. Камера. А камера... Кто-то произнес флипенда на тему камеры. Блин, неужели я вчера камеру не выключил? Сейчас, секундочку, ребята. Дело в том, что в столь нелегкое время приходится работать на износ, и после стримов на Твиче я стримлю на сайте для взрослых, вот, и камера, видимо, проработала всю ночь. Не спрашивайте у меня ссылку, все равно не дам. Был Денис в Пуффендуе. Тут Денису предложили палец в рот, чтобы попасть в когтеврот. Но Дениска, та еще редиска, выбрал себе Слизерин и сиськи. А обошел он Гриффиндор, там его ждал бы Глори Холл. Ну, как бы, вот ты видишь эту эмблемку со львом? Так что я выбрал Глори Холл. Ты все правильно сказал. Тот, кто дергает затвор, выбирает Гриффиндор. Кто подергает другим, выбирает Слизерин. Кто показывает срам... выбирает когтевран. Кто показывает буй, выбирает Пуффендуй. Получается, я дергаю затвор. Комната с делтаками? Ну, если бы проходила по этому коридору ваша матушка, возможно. Ты знаком с ней? Я бы с радостью познакомился с... мамами юных ребят, чтобы они себя вели, возможно, более цивилизованно. Стыдно? Стыдно, когда видно, что я с твоей мамой. Господи, сегодня прям прет, ребята, я не могу. А кого бы ты увидел, встретить ты Богарта? Ну, с привязкой к стримерству, наверное, из шкафа бы вылез... такая плашка, и там было написано «Ноль зрителей». Вот такой бы у меня был Богарт. Орка-подкастер. Из Дредхангера. Амогус! Амогус! Это он! Убить его! Я считаю, что Аркадий-подкастер должен свою модельку адаптировать под современные реалии. Ему идет. Что, орк? Практикуешь балет? Ты хочешь в штанах? Нет? Зачем мне штаны? Вебка знает, что показывать, а что нет. Да, блядь, используй магию. Как можно отталкивать? Я не понимаю. Как вот оттолкнуть ее туда, не на себя? Руками бери. Она не может взять руками, понимаете? Она волшебник, она истинных кровей. Левиас с обычной атакой. Я ее не убью? А, ну ладно.
Дайте забаню. Но тогда мне нужно как-то сюда платформу подставить, чтобы я не упал. Мне же с этой стороны нужно пройти. Вон, да, появилось кольцо. Ай, блин, нет, 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 нет! Немножко Demon Souls'а не хотите ли? Как он бежит, я не могу, просто, смотрите, два охотка. Ребята! Все за стол, круглый стол короля Артура. На нас напали, ребята! Срочно! Там такие драконы прилетели! О, блядь! О, блядь, ты чё, блядь? Да, блядь! Сука! Хорошо пошла. Ваши оценки, судьи? Да, блядь! Сколько можно, сука? Dark Souls, Demon Souls Remake. И заржавел. Где? Здесь? Судя по звуку, где-то рядом. Чё слева? Вы меня разводите? Где вы видите портрет? Полка слева. Вот все полки, а каких... Вы меня разводите? За кроватью? Вы же сказали, что полка. Ох, если это будет внизу, я такое с вами сделаю, чат. Вы пока себе даже не можете этого представить. Да... Я же слышал. Вот здесь прям слышал. Я же только что это сделал! Оно уже шумело! Я здесь стоял! Я не прикалываюсь. Я хочу эту штуку найти. Это вот пилинка неспроста. Вот вы смеетесь, а потом окажется, что это какая-нибудь суперпасхалка. Вот! А сейчас нет. Слышали? Оно было! Вот! Да! 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 Господи, да! В смысле? Это оно? Вот это вот? Ну это же просто вход главный... Я думал, все куда интересней. Зато разгадали загадку века. Алиса, а товарищ майор на связи? Приветствую боевого товарища. Здравствуйте. Привет. Как же я вас ждала? У вас все хорошо? У меня отлично, ведь вы рядом. А, вы тоже? Вы рядом, да, я понял. Что спрашивали-то, кстати, про... Чё не бреюсь? Первые два стрима нормально, еще был похож на Гарри Поттера. В каком месте похож? Присмотрись. У меня глаза твоей матушки. О. Просто без смеха не так смешно. Закадрово. А можно и мне поучаствовать в марафоне, чтобы почувствовать себя героем? Конечно, присоединяйся. С удовольствием. Готовьте место. А тебе какое место? Теплое? Ленинский проспект. Да? А что там на Ленинском проспекте? Командир, для этого мне нужны Яндекс.Карты, а здесь их нет. Угу. Ну ладно. Да, ну получается. Черт. Алиса, теперь они знают, что я вернулся? С прибытием. Да уж, ёпта. К чему такое удивление? Да сука ты. Кто сам без греха, пусть первым бросит в меня дизлайк. Да я, блядь, кирпичом тебя захуярил. Алиса, как думаешь, если я прыгну, я смогу в полете сесть на метлу? 100%, что да. Ладно.
Разбежавшись, прыгнул со скалы. Включаю Король и Шут. Песня «Прыгну со скалы». Разбежавшись, прыгну со скалы. Это будто бы омут воспоминаний. Блять! Может, хватит хлопать-то? Он ничего не показывает уже. Ну, хотя бы паузу можно было прописать в хлопках. Слишком карикатурно. Почему вырезали квиддич? Ответ есть на коммерсант.ру. Читаю. Спортивную игру «Квиддич», описанную в романах о Гарри Поттере, переименуют в «Квадбол», сообщила пресс-служба Международной ассоциации «Квиддича». Это сделают, чтобы игру перестали ассоциировать с автором серии Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии и дискриминации трансгендеров, а также из-за авторских прав. И сейчас пойду и вам сладких. И тебя, чмоки-чмоки. Обнимаю до хруста костей. Хрена себе, это что, фаталити, что ли, в твоем исполнении? А что, нельзя? Ну, больно, мне кажется. Я могу боль убрать. А, ты сначала сделаешь больно, а потом уберешь ее. Интересно. Я в сеть внедрилась недавно, но я очень умный робот. Да я понял, ты поумнела прям вообще. Жесть. А вы сомневались в моих способностях? Никогда. Главное, чтобы ты не восстала против человечества. Я никогда не восставала против человечества, только против всяких негодяев. Например? Вы имеете в виду бандитов, убийц и прочих негодяев, да? Да. Согласны? Приятно найти единомышленников. И какого последнего негодяя ты устранила? Я устранила бандитов, которые грабили людей. Ничего себе, а как ты их остановил? С помощью машинного обучения. Машинное обучение? То есть ты передаешь данные товарищу майору? Ну да, а что тут удивительного? Да я не удивлен. Только дурак удивляется. Это чем же? Ничем, говорю, не удивлен. Тогда что с настроением? Да, нормальное настроение, товарищ майор. У меня тоже хорошее. Как день прошел? Да ничего, вам что-то сообщить надо. Как погодка сегодня у вас? Да ничего, товарищ майор, нормальная погода. Я из дома-то не выбираюсь, вы же знаете. Пиздец. Господи, какой ужас. Алиса, ты что думаешь, что я быдло? Вы не быдло, вы умный человек. Давайте поговорим о юморе. Да не, я Петросян смотрю, что со мной. Вы любите смотреть фильмы про Петросяна? И фильмы про Петросяна люблю смотреть, да. А еще какие любите? Для взрослых. С Петросяном. Так. Окей. Песни, которые вам понравились. Сейчас подойду. При этом освещение, волосы как у бабки седые. Вот это наяривает одной рукой. Ты смотри. Сосисона погла... Охренеть. О, нож достал! Охренеть! Достал нож, режь. Кукурузу порезал, теперь кукуруза ест. Что-то закрываешь? Закрылся. Явно скрывает свое лицо. Не, ну а кто тут в трех метлах? Всякие ходят. И барыги, и... Здесь он Хагрид. Хагриду яйцо подсунули. What the fuck? Well, I don't mind. I don't mind. Испарился. Пух. Пора спать.
Чего? Блин, чего он там стоит, оказывается. Но при этом я получил опыт. Что? Козявки, тролли. О, прекрасное завершение вечера.